дело идет к разводу. В семье Малахова большие проблемы. Популярный телеведущий Андрей Малахов в ноябре прошлого года впервые стал отцом. А его отношения с супругой Натальей Шкулевой, с которой они живут в браке уже 7 лет, кажутся идеальными. Однако недавно появились слухи, что на самом деле шоумен находится на грани развода с женой. Якобы у звезды «России-1» возникли проблемы в интимном плане, и он не справляется со своими супружескими обязательностями. Малахова подобные разговоры крайне возмутили, что несколько удивительно, ведь ведущий уже давно вращается в отечественном шоу-бизнесе и должен был, по идее, привыкнуть к разным слухам о собственной персоне. Однако Андрей показал, что не собирается терпеть фейковые новости о его потенции и заявил, что у придумавшего их автора явные проблемы с головой,